научились, наверное. Ну, по мне вряд ли, а вот по тысячным X, думаю, да. Чем занимается, пишем комментарии, кто как проводит лето, кто где трудится. Грустные комментарии типа «живем, работаем, вся жизнь пролетает», не канают. Пишите что-нибудь веселое. Мне надписи модели Yamaha NS1000X. Завтра, послезавтра сделаю. Главное собрал. Сейчас буду тестировать день-два. Вот. Темновато уже. Ну, темно, темно, да. Темно, что говорить. Уже темно, темнеет. Поэтому весь блеск и красоту, конечно же, не видно. Вот. Ну, получилось очень удачно. Мне нравится.
Значит, друзья, жду от вас разговорных комментариев, кто чем занимается, вы не пропадайте. Если я пропал, значит, я что-то делаю кому-то, ну или вообще. Вот. Если делать я не буду, люди будут сидеть без акустики, без музыки и так далее. А такого допустить, конечно же, я не могу. Поэтому, если какое-то время нет обзоров, значит, что-то кому-то делается, какому-то счастливчику. Поэтому, друзья, пишите комментарии, кто на картошке, кто на стройке, кто чем занимается, кто в офисе, как у вас проходит лето, что и так далее. Вот. В этом году, наверное, на юг мало кто поедет из-за катаклизм всяких. Вот, да, моя поездка тоже туда, скорее всего, отменится. После вчерашних новостей я увидел, что там творится, наводнение и так далее. Вот, ну, ладно, переживем. Ничего страшного. Не такое, как говорится, проходили. Поэтому, друзья, жду от вас комментариев, кто чем занимается в данный момент и вообще летом. Пишите хорошие комментарии. Повторюсь, что грустные комментарии, типа как живем, работаем, так жизни пролетает, не надо нам. Мы люди веселые с вами, заводные, так скажем. Да? Грустных комментариев не надо. Все, друзья, включу что-нибудь из 90-х вам. Обычную MP3, не аудиофильскую, не обработанную. Просто с телефона. Ну и все. До скорых встреч. Там выглядывает вот пионер, улыбается нам боком своим красивым. С-933. Вон там вторая стоит. Вон за вот этими симпатичными ямахами. Ну и все, а так скоро вас ждет много интересных вещей. Все, друзья, пока. Let us speak a pound.